Не сберег. Все нормально. Играть можно. Первый круг. Считаю, что могли получше сыграть. Пару игр. Неудовлетворительный результат был для нас. Хотелось бы лучше. Но в втором круге будем все исправлять. Заслуженно по делу, но я думаю, что Торпеда сейчас настроится по-другому все-таки. Они тоже, я думаю, на своем месте находятся после хорошего прошлогоднего сезона. Как бы сейчас чуть-чуть сдулись, наверное. Я думаю, будут пытаться подняться, удержать то место, которое было в том сезоне. Мы знаем, что они захотят взять реванш, скажем так, этого сезона, но мы постараемся сделать все для того, чтобы у них это не получилось. И, как я уже сказал, я думаю, что за нами будет победа, мы настраиваемся только на такой результат. У соперника хорошая линия атаки, я считаю, то есть достаточно опытная, которая может решить исход матча, но так как у нас опытная линия защиты, я думаю, что мы с этим справимся. Для них это будет просто показательная игра перед стартом Лиги конференции, и я думаю, что они должны подойти в оптимальной форме на нашу игру. Это будет для них, как, скажем так, контрольная подготовка уже к матчу в Лиге конференции, поэтому я не думаю, что это как-то будет влиять. А Белазу я могу только пожелать удачи в Лиге конференции. Мы будем болеть за все белорусские команды, как и вчера за Шахтер болели, поэтому только удачи.